Конаковской школе искусств прошло праздничное мероприятие в честь Дня Учителя. На концерте для любимых педагогов, выпускники прошлых лет, юные музыканты и нынешние таланты представили большое количество творческих номеров. Чем удивили педагогов и гостей праздника, выяснила Елена Кулебак. В этот день Конаковская школа искусств распахнула свои двери для всех любителей музыки. По уже сложившейся традиции, первыми на сцену со своим творческим номером поднялись самые юные ученики школы и те, кто только делает свои первые шаги в искусстве. Пришли поздравить в этот день любимых педагогов не только друзья, коллеги и выпускники прошлых лет, но и сказочные персонажи. Так, например, на музыкальный вечер заглянула и Пеппи Длинный Чулок. Юная хулиганка не только восхищалась мастерством каждого выступающего, но и сама исполнила пару песен. Мне сегодня кисло. Где мои подружки? Ну где мои подружки? Даже Ксюша, Лиза. Заходите позже. Лучше даже завтра. Я грущу, но все же. Это так занятно. Буду я грустить. Разбегайтесь, папы и мамы. Удивительные номера скрипачей, пианистов и гитаристов – это лишь малая часть того, что смогли в этот день услышать и увидеть все присутствующие. О том, какую работу за первые месяцы учебы проделали художники, можно было увидеть на выставке, которая также была представлена в концертном зале. А завершился торжественный вечер песни про любимых учителей.